Он кажется дотошным, много говорит. Наверное, у него нет друзей. Уверена, он человек непростой, так ведь? Госпожа, чё? Помните Хёнджин? Нет. Как так? Люди в отношениях. Скажите, когда вы в последний раз искренне радовались? Вот я одинок, и у меня каждый день как праздник. Привет. Он такой милашка. Пусть он меня завоюет. Я иду к цели. Ты идешь от нее! Будешь один. Вечно? Идеальная пара для меня. Я сам. Первая любовь? Напиши об этом. Звучит интересно. Тебе же нравится быть одному. Зачем ты лезешь к другим? Пришла писательница Хон Мина. Где она? Посмотрим, как она выглядит. Госпожа! Дайте нам карту компании! Она у Ери! Ладно.